Я думаю, что нет, потому что если пройти вот по Серикова, то выносят мешки прямо на обочину, а они долго лежат иногда. Иногда их вот лепить раз. Поэтому я думаю, что надо правительственным службам, которые иногда хотя бы один раз в неделю проезжать все точки. Тогда они будут знать, где неполадки. У себя, я смотрю, хватает в районе Лебедя, а там я не знаю. Очень не хватает. Приходится до дома нести обертки от конфет. Ну, мне в некоторых местах недостаточно. Если бы еще люди в урны бросали, не на землю, было бы еще лучше. Ну, в некоторых местах, не сказать, что везде, но в некоторых местах можно бы поставить. Нет. А почему, вот с чем это связано, ну, нужно больше? Их нужно в общественных местах побольше, потому что постоянно забитые урны. Урн мало, видать, потому что смотришь, что бросила пакет. Вроде в каждом доме есть этот, ну, контейнера, но все равно стоят эти узлы вот эти вот несчастные. Ну, кто молодежь, наверное, мы-то старые-то такие, что мы все прибираем по месту. По районам, смотря по каким районам. Там у нас маловато немножко контейнеров. А где нужно больше, как вы считаете? Там, где больше семей живет с маленькими детьми, я считаю. Да везде мусор, пакеты валяются везде. И вот мусорный терминал у нас во дворе, вот на той стороне дома. Надо привести в порядок подъезд к нему. Сплошная грязь, невозможно выкинуть мусор. Делайте, как в Амстердаме. У них погружные контейнера под землей. И вот это нормально. И меньше, чтобы деньги воровали с бюджета, и все будет классно. Вот так. Нет. А почему? Где вот не хватает? Ну вот на Колобово нет урны практически. Там есть такая большая одна неподалеку в 21-м доме, а в 15-м нет. И нет отдельно сбора для пластика. То есть как бы мы собираем, у меня муж выносит весь этот пластик, бумагу в большие контейнеры, в соседние дворы, где именно строительный мусор выбрасывается, а для пластика ничего нету. Мне кажется, не хватает, потому что мне есть чем сравнивать. Я был в других городах. Сам я из Казахстана, и у нас принято возле каждого магазина держать место, чтобы выбрасывать мусор. Здесь негде. Вот я покушал, у меня все в машине лежит. Я ищу мусорку, но их, конечно, много не надо, не должно быть, чтобы людей приучать мусорить так. Но все-таки здесь это недостаток. Хотя бы чуть-чуть должно быть в городе. Не хватает. А где не хватает? Везде не хватает. Раньше были везде, на каждом шагу, сейчас нет. Да, в принципе, бывает. Встречаются места, где... Ну, в принципе, если учитывать, что мы боремся с курением, тогда, может быть, не нужно их ставить, потому что возле урны обычно курят. Но вообще недостаточно, я считаю. Да вроде ничего. Лишь бы люди выносили туда, куда надо. В вашем районе достаточно вот контейнеров мусора? Достаточно, спасибо. Однозначно нет. А почему не хватает? Во многих дворах, во многих на детских площадках, то есть, ну... Просто вот банально идешь, хочешь выкинуть что-то и с собой тащишь, и приходится просто выбросить где-то, подсунуть что-то.